Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Так, вы выбираете сразу позицию. Расклад мы сегодня будем делать фантастический. Значит, недавно я рассматривала колоду метафорических карт, которые у меня есть. По-моему, это колода «Все о нем», либо «Про него», как-то так. Вот, и там была идея к раскладу о том, что если бы вы были какое-то фантастическое существо, какое бы вы были, вот, и в таком же духе и так далее. Мне захотелось сегодня сделать этот расклад. На метафорических картах я буду делать. Дополнительно, конечно, у меня здесь Николета Чиколи темного света. Колода Итин такая, ну, на всякий случай, вдруг что-то захочу где-то дополнить, так я их всегда приготавливаю. Сегодня мы с вами будем фантазировать, представлять, особенно если вы любите книги фэнтези, вот, есть такая уникальная возможность прожить. Не знаю, как получится расклад, вот, но захотелось что-то такого, знаете, легкого и волшебного, и в то же время, ну, не совсем обычного, потому что, как-то, знаете, стараюсь на канале делать расклады разные, чтобы не было как-то вот односторонне все, анализ, там сценарий, хочется чего-то другого. Итак, давайте мы сразу приступим, значит, отодвигаем позиции. Тайм-коды есть в описании. Приступаем к позиции номер один. Значит, что мы с вами смотрим? Придумываем существо, которое будет являться полностью плодом нашего воображения. Это не обязательно то, что уже где-то как известно. Вот, будем это создавать. Какое это существо было бы? И оно вас описывает. То есть, что это за существо? Какое это существо было бы. Так, ну, давайте фантазировать, да. Во-первых, это существо было бы зеркальное. Я не знаю, как оно может выглядеть, вы уж сами себе представляете. Оно было бы зеркальным, и оно было бы очень-очень многогранно. Знаете, что я имею в виду зеркальным и многогранным. Это напоминает, как раньше были эти зеркальные шары на дискотеках, да, вот их подвешивали. Что-то такое. То есть это некое такое существо, которое отражало больше бы то, что происходит во внешнем мире. Как-то, знаете, что-то мне напоминает нам такое шарообразное, при этом светлое, может быть, ну, то есть излучающее свет. Оно не обязательно может быть твердым. Знаете, как жидкое стекло, как жидкое зеркало. Вот что-то такое, напоминающее как медузу. То есть вроде бы не имеющее какой-то вот внутренний стержень, потому что этого стержня как такового нет. А это излучение, вот какое-то излучение вовне. Такое, знаете, необычное, нельзя сказать позитивное, негативное, вот что-то такое. И вы уже представляете себе, но однозначно оно будет многогранным. Оно очень такое мягкое в своих движениях, может казаться покладистым, но с другой стороны какое-то вот такое необузданное, непонятное, то есть непредсказуемое. Хочется сказать, мягко стелет, но при этом может вытаскивать и коготки, если вдруг такое будет необходимо, да. Но однозначно позитивно почему-то не идет, как колобок, да? Не знаю, почему круглое. Вот пришло в голову круглое. Может быть, имеет некое такое существо, имеет округлости, а может быть, свойство такое, знаете, характера сглаживать углы. Такое тоже может быть. Представляете, да, из тех составляющих, которые я вам дала, представляете себе это существо. Где оно может жить?
Давайте, нет, на Чиколету возьму. Чиколету, да? Не Колету, Чиколь. Чиколету, все понятно. Где оно может жить, это существо? Дьявол выпадает. Ну, на земле однозначно, либо в глубинах земли. Да, причем такое, вот мне идет огонь почему-то, да, может быть, оно живет там, где есть, может, внутри вулкана, к примеру, да, какая-то лава, то есть в каких-то, может быть, источниках горячих, но однозначно где-то вот в недрах земли и огонь, огонь, в каком-нибудь котле. Где оно живет? Знаете, это источник силы. Вот где живет источник силы? Представляете свое понятие силы и где оно может жить? Ну, в источнике. Вот это существо, оно как будто бы живет у источника. Я просто так думаю, я говорю в недрах земли. А мне почему-то показывается такое, знаете, вот небесный, да, то есть как источник, прям свет, как творец, что ли, вот что-то такое. И при этом оно летает. Не спрашивайте меня, почему, но оно летает. Так, хорошо, смотрим дальше. Пол. Какого пола ваше существо? Знаете, я склоняюсь больше, что это к мужскому. Ну, либо это какое-то вот такое, знаете, андрогенное. То есть, либо оно бесполое, либо оно больше к мужскому. Потому что как-то, как звезды холодные, нельзя сказать, звезда это мужского пола, либо женского. Что-то такое звездное, знаете, вот как светило. Я говорю, здесь идет мощь, свет, какая-то вот такая энергия. Но что зеркала, что звезды, вот как будто бы как отражение. Но это не ледяное. В нем есть своя температура. Дальше. Возраст. Давайте попробуем угадать возраст. Нет, вот я на этой колоде же и буду все смотреть на метафорических, ладно. Возраст вашего существа. Я говорила про ледяное, выпала снежная королева. Знаете, хочется сказать, что ваше существо, оно какое-то многовековое. Многовековое, но при этом оно может выглядеть очень молодо, и либо оно, знаете, как-то вот может трансформироваться, вот оно какое-то взрослое, но оно может трансформироваться во что-то такое детское, то есть легко принимает образ ребенка, и при этом не ребенка, а вот какой-то молодой особи, а может быть она и превращается как-то в детей. Кто знает. Но свой возраст, он очень древний. А так, в принципе, сказать, что по, по внешности как будто бы возраст не определишь. Чем оно занимается? Если вам нафантазирую. Чем занимается ваше существо? Оно протягивает руку помощи. Оно занимается помощью. Наблюдением, да, вот за кем-то наблюдает как-то. И еще движется. И причем, знаете, движение такое, вот оно как будто бы, ну, свободное. Нельзя сказать, что есть какой-то род деятельности, либо вид деятельности, да, вот какая-то задача, функция. Здесь оно свободно выбирает то, что оно хочет. Но при этом она какое-то такое, знаете, одиночное. Оно не живет в какой-то там стае, группе, как-то так. Вот оно вот прям свободное, свободное. Оно парит, оно вот как воздух такое. Знаете, вот мне хочется сказать, как высшая сила. Вот оно вроде бы само по себе, да, как помощь наблюдает. И в то же время оно живет само по себе.
Так, какие качества есть у вашего существа? Сильные, слабые стороны посмотрим и магические. Так, смотрим сильные стороны вашего существа. Угу. Знаете, оно как будто бы умеет выжидать. Как поджидает какую-то вот свою жертву, либо выжидает нужного часа, нужного времени. Может мыслить неординарно, может как-то, вот знаете, не совсем предсказуемо, не совсем логично, может пойти как-то своим путем. Здесь интеллект у этого существа, хочу сказать, животного, очень... такой мощный азарт, такой энтузиазм, авантюризм, непредсказуемость, такая, знаете, огненность, живость. Вот это вот сильные стороны, слабые стороны. Слабые стороны. Вспыльчивость, я бы сказала, недостаток активности, недостаток решительности. Ну вот, знаете, как-то нежелание изменить что-то негативное. То есть человек больше входит в какое-то, знаете, самопожертвование, самобичевание, грусть, скорбь, как-то вот падает духом. Знаете, разрешает пользоваться собой. Смирение, я бы так сказала, но не очень хорошем, не в позитивном ключе. Отсутствие выбора, не делает выбор, как-то, знаете, соглашается очень быстро со всем. Ну, то есть не хватает как-то силы, решительности, что ли. Как-то такая вот меланхоличная такая натура, я не знаю, как их называют. По темпераменту. Ну, вот здесь какая-то такая, знаете, оставьте меня, отставьте. Немножечко драматизирует всю ситуацию. Хорошо. Посмотрим магические способности. Не знаю, насколько дружба может быть магической способностью, но вот здесь, знаете, как будто бы какая-то вот боевая магия. В нужный момент, да, вот при всем своем вот этом вот слабых сторонах, в нужный момент этот человек, человек, говорю, видите, это существо, оно может стать достаточно таким воинственным, чтобы защитить кого-то. Магическая способность превращаться в кого-то, знаете, вот как создавать себе двойника такого некого. А может появляться, вот как проекции, да, делать в каких-то разных местах. Но вот здесь вот дружба почему-то мне идет. Перевоплощение. Вот как это можно? Магические способности, да, скрывать свои какие-то травмы, быть, мимикрировать. Вот такая, знаете, как ящерица, да, либо бывает эти... представители этих рептоидов, которые рептилии. Говорят, на каких языках хочу. Рептилии. Вот они как будто бы, знаете, либо какие-то насекомые бывают, они притворяются, как листики зеленые, и их не распознать. Вот здесь вот вы как-то можете... Почему вы, существо... Ну и, конечно же, магическая способность, да, Пегаса, чистоты. Чистоты именно полета, как-то вот воодушевлять, придавать силы другим. Я же говорю, вот это вот поддержка. Поддержка прям вот необходимая, опора. Выходить из любых сложных ситуаций, да, вот прям находить выход, находить решение. И
вот желание свободы, вот эта вот свобода, постоянно быть вот, независимым ни от кого, да, свободолюбивым, всегда найти лазейку, выход из любой сложившейся ситуации. Так, я не случайно говорила, что люди, да, почему? Потому что последний вопрос, он звучит следующим образом. Какие качества этого существа вы хотели бы иметь у себя и почему? И почему? Да, такое ощущение, что вот это существо, которое я описывала, это и есть вы. Хорошо, какие качества хотели бы иметь? И почему? Знаете, взлом стереотипов. Вот то, что я говорила про свободу, да, про то, что выход из любой ситуации. Вот вы хотели бы... Какие качества иметь? Разрушать все стереотипы, разрушать авторитеты. Знаете, вот как-то вот доказывать, что... Мир, он не такой, какой, допустим, люди воспринимают, либо видит большинство людей. Вот не случайно эта зеркальность, да, вот ваша вот волшебство, вот эта сущность, которую придумали, она зеркальная, она отражает, да, она как будто бы показывает каждому человеку то, кем он является, каким он есть на самом деле. И вот здесь вот это вот желание, да, разрушить вот эти все стереотипы, разрушить все иллюзии. Прям, знаете, уметь показывать людям правду, что ли, реальность, истину, вот настоящую, не такую, какую себе придумывали, а именно такая, какая она есть. Интересно, здесь просто карта такая выпала, я в заминке, потому что вопрос был, какие качества вы хотели бы иметь. Выпала утрата любви, карта так называется, утрата любви. Сказать, что... ну, смотрите, если, допустим, взять дословно, да, утрата любви, что вы хотели бы утратить любовь, и вот это вот, это вас как-то воодушевило, то слабые качества вашего существа, как драматизация, она вот здесь вот действительно проигрывается, и она необходима. Либо это может быть в противоположном смысле, то есть не... Как будто бы, знаете, найти вот свою любовь. Интересно, здесь немножко как-то вот у меня противоречиво идет. Давайте, поэтому я проанализирую это. Почему противоречиво? Потому что, с одной стороны, это существо, оно такое достаточно свободолюбивое. И я говорила о том, что оно само по себе. В нем нету парности. А здесь вот это вот утрата любви. То ли вы хотели бы избавиться от какой-то любви, то ли утрату любви. Что здесь про эту утрату любви? Шестерка жезлов. Педаклей. У меня такое ощущение, что, знаете, как будто бы наоборот не терять любовь. А хотелось бы, знаете, быть, скорее всего, в каких-то отношениях, где не нужно конфликтовать, где не нужно ссориться. Какие-то партнерские такие отношения, где можно договариваться с человеком. А выпадает маг. Создать такие, знаете, магические какие-то... волшебные отношения, идеальные. Вот здесь вот либо больше никогда не терять либо себя, либо не терять любовь. Вот здесь вот я не хочу больше никогда терять любовь. Я хочу приложить все свои усилия, все свои способности, все свои силы, чтобы создать вот такую идеально чистую, кристальную любовь. Вот здесь почему-то так. А почему вам это важно? Десятка пендаклей. Интересно. Потому что вы хотите семью. То есть ваше волшебное существо вообще какое-то само по себе,
А вот если бы вы как человек какие качества хотели бы взять от этого существа, то, скорее всего, вот именно умение создать, возможно, найти из-за этой зеркальности, из-за своих способностей вот этого существа, знаете, как-то найти себе подходящую пару, потому что вы это можете, вы это видите, исходя из существа, вы умеете это делать. И, но здесь вот, вот это вот свойство существа мимикрировать по других, подделываться по других, подстраиваться по других, как будто вам хочется, знаете, найти что-то такое свое, родное, там, где не нужно подстраиваться. Там, где не нужно никого воодушевлять, где было бы, знаете, такие вот именно партнерские отношения. Поэтому и идеализация идет. Где вот, знаете, два человека на равных, одинаковых. Где надо договариваться друг с другом, не подстраиваться, не додумывать, вот что-то такое. Окей. Вроде бы начали про... волшебное существо, а пришли к семье, пришли к таким ценностям, как, знаете, стабильность, знаете, оседлость какая-то идет, да, вроде бы волшебное существо, оно такое свободное по духу, вот здесь у меня теперь, здесь у меня действительно разрыв шаблона, а хочется какой-то оседлости, хочется какой-то семейности, парности. Вот вы бы для себя такое взяли. Ну хорошо, существо-то оно может быть таким, на то оно и волшебное. А вы как человек можете желать нечто иного. Да? Вот такой вот, такая была первая позиция. Мне кажется, на подумать. Здесь очень много зерен, которые если разобрать прям по отдельности, то можно много чего интересного накопать. Так. Позиция номер два. Красненький камешек. Смотрим. Ваше придуманное существо. Какое оно? Какое оно? Ваше существо, оно, знаете, оно как самолет. Но я не имею в виду, что оно железное. Оно что-то такое эфирное. Вот ваше существо, оно здесь даже не совсем про эльфов, а оно эфирное в плане воздуха, оно живет, я посмотрю, где оно живет, но у меня такое ощущение, что оно как будто бы в воздухе живет, оно аморфное, оно как будто бы, как некая такая, знаете, субстанция разумности, но при этом имеет воздушную стихию, либо эфирную стихию. Но оно аморфное, у него как будто бы нету тела. Это, знаете, как, вот как идея. Что такое идея? Есть ли у нее форма? Есть ли у нее, там, я не знаю, цвет? Как-то вот представить. Вот здесь что-то такое. Знаете, вот ваше существо, оно как будто бы является, я не знаю, как облако. Что я имею в виду? Оно здесь как-то вот мне идет с эгрегором, с какой-то общей идеей. То есть оно как-то, знаете, как некий такой магнит, притягивающий вокруг себя одни и те же мысли, ну то есть схожие с сущностью, с субстанцией этой. Объединяет какие-то идеи вокруг себя и вот создает тем самым форму, да, вот как облако, например. И получается, оно имеет свойство соединяться и разъединяться. Когда оно объединяется, оно получает некую такую форму. А когда оно разделяется на составляющие, вот как на атомы, оно само по себе. Ну, к примеру, капля, она сама по себе, но когда она попадает в океан, она становится океаном, что-то, чем-то таким большим. И при этом океан, он является множеством каплей. Вот здесь какая-то такая субстанция, какое-то такое существо идет. Где оно живет? Оно живет там, где на него как-то, знаете, возлагаются какие-то обязательства.
оно не живет само по себе, оно как будто бы, знаете, вот притягивается там, где много, чего-то много. Вот, например, группа людей, и вот между ними, например, создается какое-то энергетическое поле. Вот это вот энергетическое поле, это и есть вот эта вот сущность. Где оно живет? Оно живет там, где живут души. Я не знаю, что это такое. Это вот, знаете, как вода, но это вот какой-то другой план. Там больше эфир. Это даже не тонкий план, а это, возможно, какая-то земля, ну, планета, звезда. Вот что-то в галактике, где оно имеет вот такую природу. Так это воздух и вода. Вот что общего между воздухом и вода? Пар, газ, вот какая-то такая форма. Вот где-то она там живет. Пол вашего существа. А если это не женщина, то это что-то такое женоподобное. Я не знаю, есть ли такой пол, но однозначно с какие-то, почему-то мне идут какие-то тонкие черты лица. Знаете, вот как будто бы сложно определить какой-то пол, но настолько красиво это, настолько это так, знаете, вот идеально. Это, знаете, напоминает, как нарцисс, который был влюблен в себя. И вот он смотрел со свое отражение. Вот это какие-то утонченные черты лица. Прям такая хрупкая, что-то такое высокое, хрупкое, стройное, с утонченными чертами лица. То есть, допустим, вот если это бы было человеческое лицо, мы помним, что это все-таки сущность. Ты кто? Муха. А если бы вот муха, да, тоже летает. Ну вот как эльфы, я не знаю. Но здесь неземное какое-то существо. Склоняюсь больше к женскому в силу какой-то утонченности. Возраст. Вы знаете, здесь достаточно молодой возраст. Здесь, если не по земным понятиям, то не дошло до периода зрелости. Прямо вот зрелость. Нет, здесь такая достаточно молодая. Угу. Молодой такой, прям молодость, молодое. Что в вашем понятии молодость, вот, это не детскость, это не юность, но это вот молодость. Дальше, чем оно занимается? Чем занимается ваше существо? Знаете, она как будто бы напитывает. Либо, хочется сказать, занимается как-то облагораживанием. Напитывает. Вот я не знаю, как. Здесь может напитывать идеями, как-то вот вдохновлять, улучшать, преображать. Вот дает какую-то красоту. Ну, как будто бы лечит раны. Да, лечит раны. Может быть, все-таки целительство, но не совсем. Здесь как-то вот, знаете, как кувшин с водой поливает цветок, и этот цветок, вот он
цветет, здесь какое-то ухаживание. Ну и целительство в том числе, да, как-то вот раны заживляет. Так, следующий вопрос. Его качество, да? Качество. Сильные стороны. Выносливость. Это, знаете, такая вот медлительность, но размеренность, я бы так сказала. То есть не торопится, не расторопность. Не привязывается это существо ни к чему. Оно, знаете, умеет уходить даже тогда, когда хочется останавливаться, оставаться наоборот. Сильные качества, знаете, как мультик «Капитошка» был, если кто-то смотрел, не знаю, почему сейчас это пришло. Вот «Капитошка» какая-то капелька, да, вот постоянно улыбается, вот постоянно на каком-то таком, знаете, позитиве, смех какой-то, вот как хохотушка, все время что-то смеется, звонкая, какие-то песни напевает. Очень такое, ну, доброе, что-то такое детское, чистое, наивное, щедрое, с хорошей энергетикой. Как-то освещает, вот как лучик какой-то, да? Лучик что-то освещает. Так, слабые стороны. Смотри, сильные стороны говорила, как когда уходит, да, умеет оставлять, а вот слабые как раз-таки стороны, это когда цепляется. Цепляется за что-то. Не желание как-то что-то менять, да, вот наоборот, желание иметь некую такую стабильность, что ли, постоянство. Прочность, нежелание перемен однозначно, магические способности у этого существа. И вот думаю, здесь карта вышла, называется «Принятие происходящего». А мне почему-то идет, знаете, как-то как Зевс молнии бросал. То ли вы магически как громотвод что-то такое, то ли наоборот создание вот этого, знаете, молнии, как света, скорее всего. Вот я говорила, как лучик, да? А вот здесь вот именно как молния, создание какой-то вот световой, что-то такое, света, как какого-то луча. Умение создавать молнии. Умение как-то вот отгонять безобразное, что-то такое темное, может быть. Здесь, скорее всего, магические способности как-то отгонять тьму, освещать темные какие-то моменты. Там, где мрак, хаос, вот как-то освещать, привносить свет. Преодолевать любые эмоции. Магические способности убивать дракона. Вот смотрите, дракон как ассоциация наших инстинктов, и в том числе
нечто такое демоническое, что ли. Здесь ощущение того, что служение Творцу во благо света. Как-то так. Вот убивать тьму. Причем не просто, а именно какие-то негативные эмоции. Что-то связано с эмоциями, с переживаниями. Высвечивать их, подсвечивать. Что-то тут такое. Хорошо. А теперь переходим к главному, наверное, вопросу. Какие качества вы хотели бы иметь у себя, вот этого вашего магического существа, и почему? Какие качества и почему? Уметь, знаете, исцелять себя самостоятельно. Вот эти вот, я говорил, магические способности, да, а увидеть свет, высветить знак, да, а свет как раз-таки, вот вы в себе хотите исцелить вот эту тьму, которая есть, и излечиться, то есть здесь целительские качества, то, что я говорила, чем занимаетесь, как кувшин, который поливает цветы, вот здесь вот таким образом вы хотели бы как будто бы научиться исцелять себя самостоятельно. Да, и как-то, знаете, помогать верить в себя и раскрывать, распускать крылья. Вот здесь вот точно так же, как у магического существа, очень много крыльев, вот я говорю, воздух, эфир, вот полет, мысли, это все про, про легкость какую-то. Вот, здесь вы хотели как раз-таки иметь в это, да, то есть все время верить, вот в этот позитив, который как у капитошки постоянно присутствует. А почему вы хотели бы иметь эти качества? Они вам помогут дальше двигаться. Здесь так интересно, на шестерке мечей вороны нарисованы, то есть опять птица, опять полет. Вы хотели бы просто двигаться дальше. Видимо, ваши раны не дают вам легко двигаться, исцелиться. Да, десятка мечей, завершить, уметь ставить точку. Угу. Не входить в кризис и не зависать, потому что здесь выпадает дьявол. Не искушаться вот на это все. Хочется как-то, знаете, проще и легче идти по жизни. Не впадать во все эти негативные какие-то вот переживания. Хорошо. Такой был у нас второй расклад, вторая позиция. Интересное ваше такое существо. А вы хотели бы быть похожим на него, скорее всего, вот этой своей легкостью. Так. Позиция номер три. Зелененький камешек. Смотрим вас, троечки. Придумываем вам, какое существо хотели бы вы быть, да, либо себе как-то вот придумать, пофантазировать, плод вашего воображения. Так, придумываем. Какое бы оно было, это ваше существо? Повелитель. Очень властное какое-то такое существо, которое повелевает, управляет. И в данном случае, если бы вы были бы человеком, я бы сказала больше амазонкой какой-то такой, знаете, воинственный, воительный такой. Мужчина в женском теле. Но здесь вот какой-то вот очень мощный, очень властный повелитель, очень мощный, властный, да. Такое, знаете, достаточно страстное, огненное. Я бы сказала, как их, если это демоническое какое-то такое проявление, да, либо суккуб, либо инкуб, в зависимости от того, какого пола вы, мужчина, либо вы женщина.
который, знаете, искушает через, через страсть, через влечение, через секс, через любовь, такая, знаете, искусительница, либо искуситель, вот что-то такое, знаете, когда полностью погружаешься в эмоции вот это вот вас. Горите, горите огнем. Еще какое-то существо, но при этом очень мудрое, очень знающее, ведущее. Смотрите, сразу могу сказать, да, какие качества это. Власть, сила, мудрость и любовь к жизни. Вот так я бы сказала, какое-то такое существо. Ладно, где оно живет? Где оно живет, это существо? Оно живет в том месте, где есть наказание. Я говорю, вот эта вот власть у вас, у этого существа, которое придумали, да, как наказатель, вот как некая такая справедливость. Где может жить справедливость? Там, где, в том месте, где есть наказание, где наказывают, император выпал. Угу. Знаете, некая такая империя, некое такое государство, прям... Если бы мы читали книги фэнтези, то представляли бы некое такое царство-государство, которым вы... Вы являетесь правителем. Интересно, у меня микрофон был сначала. Вроде бы я его одевала. Надеюсь, что одевала, иначе я весь расклад без... Серьезно? Без микрофона? Ладно, не помню. Надеюсь, слышно. Если нет, придется переписывать. Где вы в таком царстве, государстве, где управляете? Но здесь не земля. Здесь вот какое-то такое, знаете, все-таки волшебное место. На каком-то, знаете, из тонких планов. Да, вот где место проходит, некое чистилище какое-то вот такое. Очень властная. Так, следующий вопрос. Пол. Какого пола вы были бы? Женщины, как ни странно. Я думала, мужскую фигуру покажет. Нет, женская. Здесь женщина. Но опять-таки, знаете, вот как амазонка, такая воинственная. А возраст у этого существа... А возраста нету. Нету возраста. Здесь все зависит от того, какую маску вы будете носить. То есть ощущение того, кого вы наказываете, кто перед вами ответчик. Вы всегда будете... Думала сначала, знаете, что вы всегда будете старше, а потом нет. Здесь в зависимости, знаете, вы как будто бы перед ответчиком можете быть наоборот... маленьким таким ребенком, задавать вопросы, как-то раздражать его, того, кого наказывают, да, чтобы выводить на эмоции и принять какое-то вот потом решение. Здесь какое-то такое, знаете, искушение, я говорю, сладострастное что-то такое, демоническое, такое темное тоже присутствует. Не потому что существо темное, а вот какие-то такие, знаете, качество, как мы говорим, вот как лесть, да, она вроде бы и приятная, но в то же время ты понимаешь, что есть что-то темное здесь. Хорошо, это мне нравится. А чем оно занимается? Чем занимается ваше существо? Ой, воркует. Воркует, там, я не знаю, как голубушек что-то заливает. Хочется сказать, отбывает какое-то наказание. Когда-то... Слушайте, здесь вы не Люцифера случайно заказали себе? Потому что здесь такое ощущение, что, знаете, крылья обрезаны, и вот как будто бы отбывает наказание где-то там, я не знаю, на земле что-то такое.
Вот, а по своей натуре, природе это существо, оно какое-то такое вот божественное, светлое, а здесь как будто бы какое-то наказание отбывает. Либо какая-то задача, знаете, вот как искушать людей, такая вот задача для того, чтобы показывать эти темные аспекты. Интересно, сейчас вам здесь наговорю. Так, качества, сильные качества вашего существа. Движение, полет, движение вперед, полет. Сильные качества, ну, помогу. Какие могут быть сильные качества? Интеллект, умение распутывать запутанные ситуации, стратегия, умение доносить информацию, слово, передача информации словесная, проводники информации. Все равно, знаете, здесь еще какое-то сильное качество какое-то. Как-то вот обмануть, дав свою выгоду. Вот все-таки Гермес, он был такой, знаете, хитрый. Хитрый, есть хитрость здесь. Как-то вот извернуться, вывернуться. Найти в любых законах какие-то окна, чтобы выйти сухим из воды. Вот какая-то хитрость есть, смекалка есть. Вот прям интеллект. Здесь скорость обработки информации. Здесь такая подвижность ума, так скажу. Слабые стороны вашего существа. Ну, защита. Все, что связано, знаете, с какими-то прям вот женственностью, это слабая сторона. Здесь как будто бы, знаете, неумение брать свои желания как-то по-женски, а наоборот как-то мужские. Знаете, вот пришел, завоевал, взял, понравилась женщина, взял ее на плечо и уволок, потому что я так хочу. Как с ней договариваться? Зачем надо там? Нет, это нет. Вот увидел, взял, пришел, победил. Вот здесь такое. Что еще? Какая слабая сторона? Ну вот любовь — это слабая. Это слабость. Я говорю, неумение. Здесь больше мужские. Поэтому я была удивлена, что ваша сущность, то существо, которое придумали, они женского пола. Но неумение, неумение здесь любить. Вот все, что связано с любовью, это слабая сторона. Магические способности. Смотрим. Магические способности. Остановка времени. Задержание как-то времени. И женская сила. Вот представляете, какие магические. То есть все, что связано с Луной, все, что связано с знаете, хочется сказать, как-то изменять состояние, магическая способность. Замудрить мозги за всякие такие мороки, навести туман, как-то вот какие-то иллюзии, что-то такое. Я говорю, здесь какое-то такое существо, которое вот прям в прямом смысле, да, может призвать как-то туман, и вот ничего не видно, ничего не понятно, непроглядное, вот какое-то такое, знаете, набросить какой-то занавесь на глаза, и вот человек как будто бы слепнет, не видит. Морок, я говорю, как-то заговорил, да, и человек находится в каком-то экстазе и становится зомби. Что я вам здесь говорю, боже? Ну, вот такое существо здесь придумано. Значит, это было перевернуто. Как будто бы здесь способность у этого существа
призвать к сотрудничеству. Знаете, даже не совсем правильным способом, то есть даже если человек не хочет, то вот именно ставить себе на службу. Вот так как-то скажу. Ну да, если есть вот этот морок. Остановили время, заговорили человека и заставили его служить себе. Сила же есть, власть есть. Да, это вот прям... Что здесь за мудрец, Люцифер такой? Хорошо. Какие качества вы хотели бы иметь у себя и почему? Я уже даже боюсь колоду взять. Думаю, что я вам тут увижу? Хорошо. Вы помните, да, все шутка? Чтобы не говорили потом, да нет, я не такой. Ну, шутка. Какие качества вы хотели бы иметь у себя от этого существа? Десятка кубков, наполненность, умение проживать жизнь вот прям вот на все 100%. То, что я говорила, вот это страсть, погружение, прям получать удовольствие, кайф, наслаждение, все попробовать, все почувствовать. Вот здесь про это, про яркость жизни. Еще какие качества хотели бы взять? Тройка кубков, легкость. Знаете, безответственность, я бы сказала, потому что здесь все-таки такое, знаете, некое искушение, зачем лишний раз трудиться, да? Здесь он, это существо морок набросило на человека, либо на существо, на кого-то там, да, и оно стало служить этому существу волшебному. То есть все легко, легко и просто. Видимо, вы по жизни устали от каких-то трудностей, вот, а какие еще качества хотели бы? Ну, здесь легкости, праздника, коммуникации, общения, не знаю, сложно вам дается коммуникация, что ли. Здесь про дружбу, получение удовольствия. Я уже не буду говорить в сексуальном аспекте тройка кубков. Да? Вот. Умение ждать, то есть вот магическая способность вашего существа останавливать время, а здесь выпадает семерка пентаклей, то есть вы хотели бы научиться как-то вот останавливать время, либо уметь ждать своего правильного часа, то, что как сильная сторона вашего существа. То есть в нужное время оказывается, в нужном месте, вот все время, чтобы все было вовремя. Уметь, да, и победитель. Вот семерка жезлов и шестерка жезлов. Прийти к какому-то внутреннему, знаете, равновесию. Вот изначально, когда я описывала существо очень властное, вот здесь прям как судья некий, да? Вот здесь вот как раз-таки умение отстаивать свои границы и ощутить себя на коне. Вот какая-то, знаете, такая уверенность. Власть нужна как не средство манипулировать другими людьми, а ощущение себя более уверенным человеком для дальнейшего продвижения. Отсюда и амазонка, то есть вот эта вот сила, да. Видимо, вы себя ощущаете недостаточно сильным человеком. Опять-таки, вам так кажется. Потому что вот эта вот сущность, если она действительно является каким-то аспектом вашим, вы же не случайно выбрали ее, да, как-то вот придумали. Нет, я вам сказала. Вот. Но все же здесь, скорее всего, идет склонность к тому, что хочется какой-то вот яркости жизни и быть победителем. Вот именно победителем по жизни. Может быть, ситуация у вас сейчас такая, что вот прям необходимо. И при этом, чтобы было легко, то есть не надо с кем-то сражаться, что-то получать. Знаете, как по волшебной палочке взмахнул, и хоп, я получил то, что мне нужно. Вот. Вот такой расклад был. Надеюсь, троечки, вы меня это самое не погоните метлой. Потому что я вас люблю, я вам все время... Ну, вы такие интересные по жизни. Я все время тройкам говорю такие вещи. Либо о трансформациях, либо о каких-то сложностях, трудностях. Ну вот здесь просто так получилось. Некий такой Люцифер, судья, вот, искуситель.
искуситель, но он тоже должен быть. Я прощаюсь с вами, пишите комментарии, мне будет интересно, кто и что напишет. Вот. Но помним, что расклад был такой развлекательный, нес характер развлечения. Вот. Но, как говорится, в каждой шутке, да, есть своя доля истины. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.